На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Жадность – наиболее распространенный порок в этом имени. Люди с этим именем умеют четко выполнять приказы, если этого требует субординация, трудолюбивы, энергичны, добросовестно относятся к любой работе. Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризны, требуют повышенного внимания к своей персоне. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. В тех именах, в которых встречается гласная буква «а», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Предупреждение владельцу с буквы «Л» – не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Люди с этим именем талантливы, обладают хорошо развитой интуицией, щедры, добры и наделены воображением. Увлечения чаще всего простираются в творческой сфере, так как обладатели буквы «В» в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Звук «В» в этом имени связывают с коммуникабельностью и способностью к творчеству. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Эти люди ответственны и терпеливы. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Владельцы этого имени обычно реализуются в тех областях жизни, в которых присутствует коммуникация с окружающими. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.